Ясь, ты где? А я что-то выбираю тут всякие примочки. Так ты тут при нас можешь выбирать. Мы этим сейчас тоже занимаемся. Так, Добро пожаловать. Добро пожаловать. Ну, это вы уже с тифлингом решаете, потому что... Некроманса. А, пригласите меня в игру-то. Так я же... Тебя скинули уже. Да? Еще раз послание? Вижу. Ну, сейчас увидим. Не надо. Короче, тебе волшебник остался. Вы что, я купил уже, деньги потратил на Валькирию. Зачем мне волшебник? Какая Валькирия? Валькирия по умолчанию дается. Ты, может, некроманта купил? Ты Валькирию берешь? Это я могу тогда... А что-то это... мне ничего не дается. Да. И давай вы выберем. Так ты. Да тут нет Валькирии, тут есть воин, есть лучник, есть некромант. Ну, эльф. А где моя Валькирия? Да ты не присоединился к игре. Да, нет. Почему? Я попробовал. Потому что тебя нету. Так он не позволяет мне. Я зашел в игру, я вижу вас. Вас вижу, себя не вижу. Ну ты листай персонажа, чтобы выбрать. Да ты не понял, мне доступа нет просто для выбора даже. Это еще принял приглашение. Все, вот теперь. Вот он появился. Все, не надо. Ты затупил ты, наверное, там. Вот, а вы смотри. Такие острые, что я прям сейчас порежусь. Теперь смотри, видишь, тут все поменялось. Ты зря. Не, отмени вы. Да видно, конечно. У вас деньги-то. Ты есть? Выбери себе Тиф. Эту. Реликвию. Чего? Деньги есть реликвию у вас? Реликвию выберите. Нету, Леха. Нету у меня никаких реликвий. Да посмотри, деньги может, есть? Нету. Деньги нету. Есть у тебя? Нету. Тогда все, тогда играем. Зарабатывай покупку. Да забейте вы на деньги, я купил себе оружие крутое. Все деньги ничего потратил. Ничего ты не купил, я вижу, что у тебя пустые все. У него щит какой-то и все. Ну. И щит, и булава. У нее стандартное оружие не такое. А там просто удар поменяется. Ну что, давай играть, что, запускай. Ты сначала выбрал? А что ты выбрал не сначала? Надо было сначала начинать, что пацаны-то не видели. Что-то ты ж выбрал, тут получается это. Ну, с последнего места. Надо выйти заново. Вери, ну-ка сделай нормалек. Ну, сейчас потренируйся заодно. Так, такой удар у меня. Это такое. Блин, так, фига бы разглядеть. Тут масштаб не меняется, да? Чем приближать можно? Вроде бы. Да ты бегай вон вокруг этой штуки. Ник тебе будет это, умирать там. А что так умирать так быстро, да? Ну все. Ну что ж, продолжим. Это уже ни в какие ворота. Нужно уничтожить камень призыва. А как вообще это... Валькирия вернулась. А потому что ты... Ой, блин. Я забыл про эту сырку в центре. Так, тут уже все монетки потратил. Ты просто не умеешь его готовить. Вы что, все умерли, что ли? Я вообще не представляю, как играть. Я совсем все забыл. Ну, не с того начали, блин. Ну, да. Ну ладно, давай выйдем.
Да вон центр встань, там мясорубка хорошая. Кстати, а кто в клубе? Да я сейчас умру. Скоро. Да ты в центр, она, там красивее да, был. Она и хэда лупит, конечно. Вот ты посмотри. Посмотри, сколько там трупов в этой мясорубке. Ну правильно, потому что надо заманивать было их. Она же там не зря сделана. Так. На экран карты. Все, полетел. Вы да не ладно, выходите, самого вы начала. Не выходите. Все. А этот вышел так, уже? Тип вышел. Давай еще раз присылай. Тогда у тебя там прислано, там еще, по-моему, раз можно нажать и все. Так, ага, все появилось. Ты оружие точно поменял? Ты в курсе, да, как тут все меняется? А тебе, Лех, только волшебник доступен сейчас, скорее всего, и этот. Уже все. Гнев небес у меня оружие. Так что нормально. Этот волшебник разве выглядит? Ну, видимо, да. А по-моему, он раньше по-другому выглядел, нет? Ну, у него шматье, наверное, просто какое-то, ну, новое. А, ну. Может, переработал, он тоже был, да? Да нет, такой же, он был в капюшоне был просто. Да вы потренируйтесь на ударах там, на всех этих. Приветствую, я Морок, единственный волшебник, которому хватило могущества призвать. Опять горнило. Это испытание по плечу лишь сильнейшим. Отыщи три потерянных осколка меча Тирфинга и принеси мне. А я одарю тебя невообразимым могуществом и богатством. Ну хорошо, хорошо. Полупрозрачный. Так, кошка, уйди отсюда. Иди вон там. Так и спи. Так, вот это прыжок. Вот это заморозка. А это? Ага. Что делать? Ну, это, видимо, был этот, как бы, ну... Совсем-совсем пролог. Совсем-совсем. Ну. Посмотрим, что ты можешь противопоставить силе мертвых. Гробницы, окутанные темной магией? Грязная нас ждет работа. Я найду своего короля. Он должен быть где-то тут. А как щит кидать, а? Движение, что-то блок щитом. Применить. Распределение. Распределение. Что-то копьем. Курки! С правой стороны, по-моему. Какие курки? Это через... Видишь, она молнии лупит как. Через геймпад играешь или через... Клавиатуру. А, я не знаю. Так ты там же подписан на кнопку? Нет, через клаву. Вот внизу подписан на кнопку. Мертвецы восстали из своих могил. О, какая способность у меня написана. Я не помню, как щит кидается. Ну, мышкой кидается, либо правой, либо левой. Да вот что-то не кидается. Пробел вам попробуй. Пробел тоже не кидает. Контрел, Shift, WASD, E. А-а. Может, ты мне поможешь? Там же подписано, ну, на скилле. Вот кнопка. Я покажу и говорю. На экране у тебя. Так, кто взял ключ? Не подписывай. Движение, блок с щитом, применить реликвия, непонятно. Выпад, стремительная атака. Ты
может, другой скин. Ну да, ты же купил другое оружие. Там по два типа оружия, у тебя, может, сейчас и нету броска даже. Типа, у тебя какой-то новый там скилл. У тебя сейчас может как бы скилл какой-нибудь этот, энергетический какой-нибудь щит там, или еще что-нибудь типа такого. Ты посмотри, что у тебя за скилл-то сейчас. Блин, просто мощные удары, все. Ну все, значит, у тебя только мощные удары, все, больше ничего нет. Вон у тебя какой-то нарисован. Подожди, ты же не... А, нет, ты Валькирия. У него вон нарисован, видишь, какой-то этот... какой-то вижу, шар вижу, с шипами. Удар шар с шипами. Все, это все, что у тебя есть сейчас. А, вот что надо выпить. Призыватели там. Так, подождите, что? Подожди, так, не открывай надо... пока. Да, да, нам нужно вот эту правую. Не-не-не, не вверх, нам правую дверь. Не верхнюю, правую. Правую. Нет, а наверху не что там? Просто дырка? Это обратно вернусь. А золото здесь раздельное, да? Ну да. Тут еще и дают дополнительно, если ты больше набираешь. Кто-то умер. Голод героя. А когда ты успел? А ты бегаешь по шипам и дохнешь. И даже смерть не остановит возмездие. Фигня какая-то. А, что это вот эти... Чё, ой, это кто такой? Он взрывается. А точно, карту можно уже поворачивать? Карту... Нет. Карту нельзя повернуть? Уйди туда! Да вот. Да, у меня крутился скилл, он не может двигаться, когда у него скилл идет. Ой. Ай. Да не то я нажал. Сейчас появится. Вон тут взрывать надо, подожди. Тут бочку можно перемещать? Да, еды не везет. Да, бочку еще из прошлого раза. Вон, иди еду бери. Хавчик нужен. Это слабый. Ну, мне бы не помешал. Он тут спятный. Ну что делать? Надо уклоняться просто от ударов. У тебя чит тоже был. Он офигительный. Он практически все. Да, так нам еще разглядеть себя на экране. И самое лучшее брать эту реликвию потом на заморозку. Убийца мумий. Самое лучшее. Нормально ачивок так дают, но. Да. Так. Тут вот пока надо было особо открывать дверки. Особо и зачем нужно было уничтожать отличную еду? Ту-т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 у-
Лёха там жарит всех. Спасибо за помощь. Она у меня еле бегает. Ой, я голову ему отрубил, видали? У тебя шудар щитом есть? Нету. Нет, моя нет. Корона! А Лёха подобрал. Я подобрал. А это ты? Отдай. Самый жадный герой это я. Бич, как он добирал, правда? А весь пинг посмотреть можно? Да хер его знает, наверное. А чё ты поменяй за оружие другое? Не если буду, ты хочешь щит не... кидать. У меня только это. Так, тихо. То у тебя стандартное есть, оно всегда есть. А да, я хочу стандартное. Куда ты щит кидать не можешь? Бежать, 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 бежать. А, тут бежать, ну надо. От него просто можно убегать, как бы, и все. Вообще не будет. Ну, все такое жадность связано. Просто надо по кругу бегать всегда, и все. Ничего такого страшного не будет. Так, где? Ну и опять же это, то, что экран может быть не видно. Че? Не что вы там? Пошли? Мне не нужен. Эта еда да. Могла нам пригодиться. Вот завалить его нельзя, что ли? Нет. Ну так нечестно. Ого. Надо всех убить, да? Ну, вообще, да. Все, открылся. Он съехал. Не, ну вчетвером, конечно, полегче играть. Ой. Прыгайте, не стреляйтесь. Сейчас взорвется. Тифлинг подорвал всех. Это я? Да, ну ты сбил его и не отошел. Он взорвался. А я не понял, кто это, если честно. Они взрываются. И теперь я уже понял. Монеток у нас одна, так что сильно там не дохните. Да я уже скоро умру. У меня место. А, он взорвется сейчас. Дрова. Уже нету, наверное, хуины. Еду я забрал. Извините. Мне бы одна еда не помешала бы. Добрый.
Еда, еда, еда! Все, да, стоп. Да подожди. Есть. Че, пробить. Ну. О, о, дай, 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 я пособираю их трупы. Рад тебя видеть, Мерлин. Так, а все, одного нету, да, у нас? А, нет, все четвером. А че у меня тут денег мало, что я не понимаю? Я в короне. Мон, кому Самолыч. Нужно это? Кто собрал все мои монетки? А он мне крутанулся и прямо этот появился. Хрен, он меня убил. Ай-яй, убегаем, убегаем. Валим. Ух. А монетки откуда берутся, а? Если не секрет. Ну, сундуков. Нет, он имеет в виду на воскрешение. А, ну это нужно, да, набивать как бы трупов. Ты их набиваешь, и они как бы это... Ну это на этом уровне сложности. Это я поставил второй уровень сложности. На последнем уровне сложности они... То есть сколько их дадут в начале, столько ты их и получишь. А, мы на втором, да, уровне сложности? Да. Это нормально. Блин, нечестно, у меня откат. Ай! О, золото, золото, кто там собрался? Блин. Проверил, корону потеряли. Так, 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 так. Где тут золотишко-то? Вот оно, и корона. Черт. Ну, блин, а. Я столько золота насобирал, так глупо умереть, пойдя за золотом. А, ты еще и умер в конце. Да. Ух ты ж. Вообще. Зато вам по две ачивки дали. Умри один раз. Не знаю, мне ничего не дают. За что и дают вообще? Ну, за то, что ты всякие делаешь штуки. За все подряд. Умираешь там. Бьешь мумий. Так. Это мы... Не понял. Нам надо в эту вот тени, да, зайти? Да, там с боссом да. Биться. Погнали. Ну или там этот бывает, как его. Испытание какое-нибудь. Лёха, выбирай, готов. А теперь Тифлинг, там что-то и меняет. И следующую игру Тиф и Лёха, наверное, можно будет уже вам этот купить. Ну, на следующий, то есть сейчас еще насобираем. Заморозку можно купить себе. Денег нет. Ее надо в первую очередь добрать. О, добрый вечер. На, тебе, собака. Тут, по-моему, испытания, они сейчас будут тут эти появляться, что ли? А? Блин, а я иду уже все уничтожу. Да ладно. Еда для собаков. Иду сохраняй. Валькирия не промахивается. Она, по-моему, спавнится, еда, что ли тут? А, кстати, эти здоровые своих убивают. А тут много. У нас две монетки есть пока. Я сейчас сдохну скоро. Если мне еду не дадут. А, вон еда, внизу есть. Внизу есть еда. О, во-во, я возьму тут и еду тогда.
что я себя не вижу нифига. Ну вот ты возле тут вот. Это вижу. Ой-ой, какая-то заморозка. Это наша заморозка или нет? Не наша. А черт, я не на ту кнопку нажал. Жизненные силы покидают тебя. Я бы тоже не отказался. Я вообще вон на тютельке прямо живу. На все. Ой, золото, золото, золото. Бежим, бежим, скорее собираем золото. Так, все, кончилось золото. Эльф хочет. Может, ты мне поможешь? Очень хочет. Зато я всегда по убийствам на первом. Ну да. Эльф неплохой дамагер. Ну, потому что тебе бегать не надо к врагам своим. Так наоборот, я бегаю от них. Так, у меня 26 тысяч, мне еще 10 надо. Для апгрейда. Легион уже ждет тебя. Этот склеп похож на казарму. Таких огромных залов можно развести целую армию нежити. Ну да, думаю, что так оно и задумывалось. Интересно, что ты быстрее солдаты. Меня бегают? У меня скилл прошло, есть для бега. Ага, эх, блин, не взрывайте последний. Тут вон, подожди, подожди, вот понятно. Там одна. Да вон, есть вот еще. Вот сюда вон. Надо тащить, давай, тащи. Еще одна пушка есть. Да одной хватит. О, золото, 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 блин, золото. Там, вижу золото, подбирай другие чуды. А эти ломать надо бочки. Сундуки просто подбираются. О, сундуки мои. Кстати, тут вот тут еще один быть... разлом. Да, пошлите. Да, там бочка одна осталась, по-моему, пошлите. Осталась. Пошлите. Да, да, да. Давай, 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 сейчас возьмем ее. Так, сейчас главное не приближаться к Мише, чтобы случайно не активировать бочку. А, это можно либо налево, либо направо пойти. Да нет, это как секрет, грубо говоря. О, монетка. Ну вот. Кто там со... Лёха, ты поделюсь, сосуд, если да, ты хотел? Умрешь. Если ты умрешь. Сосудиком умеешь пользоваться, Лёх? У тебя я не знаю, какой эффект будет. Скорее всего, ты его бросишь как бомбочку. Так что, если увидишь кучу ребят, вот как сейчас, если что, можно в них кидать. Стой, 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 отдайте мне! Отдайте мне золото! Ну, жадины. Я ничего не подобрал. Я ничего ладно, не подобрал. Я подожду, пока вы умрете. В принципе, да, их дождаться гораздо проще. Эй, я бы с радостью это съел. А, и это тоже для Тора. Так, по-моему, нам вдвоем тут было реально сложнее. Ну да. Еду нужно есть, а не уничтожать. Собираю трофей. Там так пошли, там налево еще какой-то ход был. А у нас хода этого ключа нет.
Сверху, наверное, будет. Все, ключ. Он там, слева. А мы сейчас туда вернемся, скорее всего. Че тут слева там... было? Там ничего не было слева. А, да? Подожди, да. Ты про что? Отсюда мы пришли. Мы отсюда пришли. Ну вон там, пониже. Что там было наверху? Ну мы там сверху проходили просто, а потом спустились сюда вниз. Мы пришли. Там ничего разве нету вот тут? Нет. А, ничего нету. Как бы сказали. А так, вы сказали, сразу у нас ничего нету. Что, пошли? Ну, вдруг ты у тебя оказался в острый глаз какой-нибудь. На пути мести. А чё, нет ключа, да, у нас больше? Давай, открывай. Великий Нехочуха. Валькирия приняла решение уничтожить. Интересно. Только я не собирался уничтожать. Ну да ладно. Золото, золото! О, мне нужно вот больше золота. Придется. Тут босяк, по-моему, сейчас будет. Не это, иду пока оставь. Хотя, ну нормально это. Может, кстати, даже уровень сложности поднять, наверное. Да не, рано еще пока. Ты для меня не соперник. Сейчас они как-то вылезут, эти двое, поубивают всех. Доброй ночи, сын. Доброй ночи, папа. Доброй ночи, мама. Доброй ночи, папа. А теперь еще попахать и попить. Водички попить. Да. И положь покушать. Так, мне сейчас будет еда, да. О, еду. Тынц, готово. Золото, мне нужно больше золота. Так, а вот тут я не помню, что сейчас произойдет. А, он сам откроет. Так, у него несколько форм, по-моему. Надо ломать эти штуки тут, в первую очередь. И уходить от этих лазеров. О, и его бить денежка. Надо тут постоянно. Вот так вот его. О, еще одна денежка. Ну, давайте у него немножко. Все. Все, мы замочили. Не-не-не, вторая форма. Меня тошнит от этого поганища. Оно обманом получило свою силу. А потом их двое будет таких. Оно не помеха. А, черт у меня. А, сокровище. Так, сейчас он будет что-то нехорошее делать. А, призраки. Их только супер ударом убивается. Это тоже для Тора. Так, ладно, включаем супер удар. Черт. А, черт, у меня опять стукнул. А, нет. Фух. Короче, пусть его кто-то дальним боем убьет. Все. Останавливаю, все. Что золота мало дали за него. Так, я, кстати, я не умирал, и даже у вас все деньги забрал. Грибочки не взрывайте. А может, где-то можно подорвать что-нибудь. Да, вот тут. Вон, разлом. Золото! Золото! Да, отлично! А вниз спускаться, да? Да не, не бери вниз, пока. Вниз. Может сейчас может где-нибудь пригодится тут. И зачем нужно было уничтожить?
уничтожать отличную еду. А сейчас уже ладно. Они убили Киру. Кто там умер? Не знаю, но деньги я подобрал. Ну и правильно, что добру-то пропадать. О, золото, золото! Тут много золота! Так, а что, туда пойдем? Или там вход был, нет? Или здесь тупик был? Нет, нет. Не было, не было. Не было. Ну ладно. А, блин, ненавижу эти штуки. Для решения, конечно. О, сокровище! Мне. Блин, меня убили. Поднимите, там много денег. Много денег. Где, где, где? А, вот тут. Я все уже забрал, брат. А, там вот эти огненные сейчас. Хреновины тут. А, вот этого надо убивать, по-моему. Он тут что-то делает такое. Бафает их, что ли? Это же еда, ё-моё. Кто не успел, тот не успел. Кто-то умер? У меня почему-то тип замер. Может, это обрыв связи какой-нибудь очередной. Он и молчит что-то. Так есть охота. Абсент? Это кто это у нас? Благодарю. Ключ нужен. Так, а. Ключ нужен, да. А, волшебник, да, у нас. Так, собирает. И подожди, и сначала куда? Вниз или вверх? Надо понять. Ну ладно. Волшебник хочет есть. Очень хочет. А, вон ты подобрал ключ. Да, я даже не переходить не буду. Подожди, там, так, по-моему, подождите, сверху подождите. Где-то ключ там был с одной стороны. Блин. Снизу, по-моему, надо было открывать. Все уже, скорее всего, да. Ну да, здесь да. Все, проход уже. И чё, все, запороли? Ну да. О, не, а, вон ключ один. Все, пошли. Да не, это выход тут. А. А, внизу же тоже должен быть. А, ну так, значит, без разницы. Что там еще одни ворота закрыты наверху еще. Это поможет. Дайте езду мне. Нахуй. Жадины. Вот тут я и умру. Так есть охота. Лестер мертв. Не, о, поднимите деньги. Леха, вернись. Назад. Леха, блин. Он сейчас умрет тоже. Ну вас нафиг.
О, он тоже умер. И монетки кончились. Убили Тора. Ой, я тоже умер. Пораженный в самое сердце. Все, ничего не знаю. Ничего не знаю. Давай, воскрешай нас. Сейчас будет первая монетка. Теперь все зависит от тебя. Эй, какой нафиг все от меня? Давай, Мика, так, а что, деньги, ну... подними. Да и мне тут монетки вообще нереально собрать. Ё-моё. Давай, ты большого вот этого вот с луком убивай. И ключ возьми и открой себе проход сквозной. Что можно было бегать. А-а-а! Открой там проход, чтобы можно было отбегать. Да, все, тебе зажали. Те намекают. Вот возьми ключ еще один и открой там, чтобы можно было бегать. Все, и бегай теперь. Вот уж. Смотрел это, как это шоу Бенни Хилла? Ну. Ну-ка, подожди, я могу даже сейчас, наверное, мелодию подставить. Да сейчас я вам набью монеток, ё-моё. Вон, одна есть, восстанавливается. Я умер. Вот теперь ты набивай монетку. Иначе мы проиграем. Столько денег передаем друг другу по очереди. Ну как, ну... Ты же маг, создай чудо. Конечно. А у него нет чудес. Нужно большого скелета убивать тут. Потом проще. А нужно эти штуки разрешать. Ну сначала большого скелета, потому что он бафает, видишь, всю эту мелочь. И теперь их уже двое. Да все, мы проиграли, надо заново начинать. Ну давай, значит, становись и умирай, Лех. Будь мужиком. Да, свет. А что, у тебя других умений нет? Только вот такой бросок? Не, просто какой-нибудь там Армагеддон. Все, тебя зажали тебя. Нет у тебя какого-нибудь там Армагеддона? Ну да, типа супер взрыва какого-нибудь. Так кто будет воскрешать сейчас? Воскрешаться кто будет? Если Леха не умрет, танчик. Корона валяет. О, все, он сейчас умрет. Все, он умер, мы проиграли. Ты лоханулся, потому что. Ну да. Ну все умерли же. Это нормально. Эй. Так, бочки оставь. Я пока возьму. Тын-тын-тын-тын-тын-тын. Я тут все бочки взорвал, пока вас не было. Нам нечего проход взорвать сейчас. Угу, то есть секретки у нас не будет, ну ладно. Ну там монетка была дополнительно. А, тут же еще сложная, это какая-то длинная такая миссия.
Вообще, по идее, впереди нужно идти Мише. А тебе, Лёха, и мне надо быть позади. Я и так всегда впереди хожу. Это опасно. А он чисто что-то стоит. Серега, а что, у тебя связи нет? Что-то тебя не слышно, молчишь там. Не, не ходит периодически. Что? А что тут говорить? Ну говори что-нибудь. Типа. Так, ключ. У кого? У меня ни у кого. Опа. Не уследил. А черт, меня тут серьезно покосали как-то. Еды бы. Давайте просто уничтожим. О, этот появился. Большой бафающий. Все, готов. Тихо, ты что-то нам не участвуешь? А он где? Он умер, по-моему. Нет. Чему участвую? Вот, ключ взял. Ну до этого ты просто не участвовал. Осторожнее, это же еда. Ой, я еду всю сломал. Случайно. Мне еду надо, дайте мне еды. Налево иди, там будет сейчас. Призывающий камень. Осторожнее, черт! Эй! Еда очень важна. Так, две формы. Погнали. О, я умру там. Я чувствую. Наша главная задача сейчас уничтожить призывающий камень. Ай, все, я умер. Надо покончить с призывающим камнем. Ну так все вроде. А, нет, еще он остался. Вот теперь все. Так, сосуд кто взял? Готовьтесь сейчас в него стрелять, что ли. Он сейчас сдохнет. Во вторую форму я имею в виду. Чтобы его быстрее загасить, лучше мобочками его закидать. И всю эту гоп-компанию. Ах, блин, промахнулся. А я особо и не старался, честно говоря. Черт, он меня вот что-то убивает тут, собака. Ну что тебе? Так, призраков мне, кстати, удобно, их убиваю.
прошлый раз они нам больше надавали люлей. Все, убийца личей мне дали ачивку за сотый раз убийство. Ну, видимо, да. Упс. Ставь. Ой, я умер. Монетка есть. Ну, кто у нас там ушел? Тиф. А ты, кстати, это что-то даже за едой не пошел, Тиф. Так что надо? Ну, у тебя один этот. Один вагончик. Вон, от двери. Сдохни, тварина. Ух ты, иди от меня. Этот мир будет очищен от зла. Ну да. Ну, а как ты уйдешь? Ну, только выйдет ли ты из игры? Не-не-не, так не пойдет. Ты выходи. Ну, паузу сделайте. Остановимся. Если ты помрешь, здесь просто все... уровень сложности останется. Слышите, останемся здесь, да и все. Ну, давай, иди.